Всем привет, ребята, я Миля. И что я вам могу сказать? Я вот работал в огородах и увидел какую-то непонятную фигуру. То ли шар, я не знаю, то ли овал какой-то. Надо подойти поближе. Но это не похоже на круг вообще. Но вот Тая начала изучать это. Эй, Тая, расскажи, что произошло? Да это опять какая-то жесть. Помнишь того тупого жителя, который строит дома в форме? Да я помню. Какая это фигура? Она непонятная? Знаешь, какой дом он построил? Он сказал, что он построил дом в форме Рамбо Икоса Додекаэдра. Чего? Рамбо Икоса Додекаэдра? Почти узнала. Я же говорю. Ромбо Икоса Додекаэдра? Это вот это вот называется Ромбо Икоса Додекаэдра? Ребята, слушайте, но вот в принципе похоже. Я вот найду в интернете фигуру, прифотошоплю ее прямо на запись. Посмотрите-ка, но слушайте. Вроде похоже. Странно. И что? И чего он тут летает? Он опять хочет уничтожить нашу деревню. Только он решил уничтожить не деревню, а жителей. Он от того нашего жителя в заложники взял. Надо срочно спасти жителя. Я побежала. Ребята, заходим в Рамбо Икоса Додекаэдровый дом. Жители, это я, Мили. Опа, Мили, привет. Да, я сверху. Я говорю с тобой через колонки. Добро пожаловать в мой Рамбо Икоса Додекаэдровый дом. А-а-а! Житель, что ты опять задумал? Может, хватит нам мстить? Давай заканчивай. Итак, начнем испытание. Твоя задача выбраться из этого дома. Теперь будет подниматься каждую минуту на 10 градусов. А-а-а! Что? Эй, в смысле какой еще обсидиан? Выпустите нас, хватит нам мстить. Житель, что делать? Миля, чтобы выбраться, нужно как-то развиваться. Развивайся, и все будет нормально. Так, отлично, железной киркой мы освобождаем жителя. Житель, вылазь с клетки. Ты свободен. Спасибо, Миле. Осталось сломать обсидиан. Алмазной киркой. Отлично, выходим наружу, спускаемся. Жители, принимайте нас, мы спускаемся жителям вниз. Отлично, теперь этому тупому жителю крышка. Надо разбомбить его дом по частям. Так, у меня дома был сундук с динамитами.
так отлично ставим динамиты на дом. Надо еще больше, чтобы разбомбить его дом сильно по частям. Ставь камеру, мотор. Нет. Fire in the hole. Давай. Так, отлично, поджидаем, отходим. Итак, получай, давай, тупой житель, получай. Мы разбомбили его дом. Все, будешь знать. Все, жители, вызывайте скорую, полицию, надо арестовать тупого жителя и вылечить жителя, который был застрявший в заложнике. Итак, ребята, мы победили тупого жителя. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал. На этом все, с вами была я, Миля. Всем пока, ребята.